выигрывает Лацио и Рома, и сами к тому, что у команды есть обильная и очень надежная оборона. Канцело в этом сезоне. Хорошая передача на Матьюди. Ползает за пределы поля от ног француза. Матьюди недоволен. Смотрим еще раз. Матьюди. Здесь они теперь плавная передача. Долетает мяч. Удар, гол! Гол! Коста выводит Ювентус вперед. Смотрите, какая стенка получилась необыкновенная. Ошибка защитника Паса Косты и Хуана Квадрадо. Перевод на 40 метров, как радуется по-юношески на искренне Пауло Дибало, сидящий на скамейке запасных. Возвращает вот эту, а куда-то набрасывал в центр штрафной, но там не разобрались. Это пас Квадрадо, Матьюди, нет касания. Рассмотрели, разобрались. Ну что, любители духа игры, много времени понадобилось. Пьянич, штрафной. Разбег, удар выше. Забивал. Не очень короткий, а удар очень сильный и частенько точный. Миролем Пьянич еще выступая за Лецкак. Глазами на затылке сейчас Икарди. Перешич идет к воротам, бьет. Кто будет создавать моменты? Ты пойди попробуй, доберись еще раз до линии. Убрали игрока Матеса Весина. Кондрево, удар! Красиво летел мяч, едва потрясающий выстрел Антонио. Летел в девятку, и Буфон вытягивал Рубов. Ювентус розыгрыш. Дуглас Коста, подача, удар. Нет, не откажешь боевитости в том, что он оказывается в нужной точке поля от чужой врат. Мяч, но все-таки успевает сделать передачу. Икарди, Барзани по ногам соперника. Зале говорить не о чем, предупреждение есть предупреждение. Икарди дал, как и Весина давеча, но, конечно, он не бил цель, как и Манджукич может показать свои царапины. Кстати, вообще был ли фолта? Не удар, но мяч доходит до штрафной, и 2-0, и 2-0. Дико расстроены болельщики Интера и футболисты, которые снил соперник и позволил к этому мячу пробраться Блезу Матьюди. Показывают, что защитника, последнего защитника, который мог спасти ситуацию, считывает, будут смотреть. Ну, Матьюди в офсайде, друзья мои. Если Шкриньяр, да еще его действительно за ногу сзади зацепили. Видите? Подача, опасный удар, гол! Мауро! 1-1! Браво, браво, Интер, потрясающе! 7 минут, которые, когда эти, смотрим повтор, вернули игру. Во всяком случае, теперь это совершенно будет. Вот в этом кайф футбола. Не то, что ФРГ и Австрия 80 минут катали мяч, как на всякий случай, чтобы не было никаких. Еще и линию прочертили. Барзали его очень шаг. Интер выходит вперед. В свои ворота забивает перед Интер в меньшинстве во втором тайме. Это не как спокойно. Не пытался ничего выпрашивать и судить. И прострелил так, что Барзали деваться было некуда. Икарди готов был замыкать передачу. Интер. Квадрадо не стал его трогать. Соперу рикошет. И мяч залетает. Все. Это гол. 2-2. Вот он характер Ювентуса. Но и вот результат. Пауло Дибало отстраняется. Еще один автогол. Милан Шкринер, как и Андреа Барзали, забивает передачу. Но Квадрадо, может быть, и нечаянно. Смотрите, как он старался здесь. Рота, помните восхищение от того, какой дриблинг устроил Кондрево? Дибало. Высокая подача. Удар, гол. Это гол. На 89-й минуте. Выходит вперед. Лучано, смотрите. Дай в отставку прямо сейчас.